данном видеоролике мы рассмотрим заправку нитей в Overlock Effective Triumphator 1800X. Начинаем с того, что открываем крышку, движение вправо и на себя. Затем ниточки, концы ниток мы перекидываем в штангу направителя и уже начинаем закидывать за направителя. Проходим через натяжители сверху и оказываемся в направляющих, которые обозначены цветной маркировкой. Обратите внимание, как проходит нитка в соответствии со схемой, которая указана на наклейке оверлока. Здесь в конце можно помочь пинцетом закинуть конец ниточки в верхний петлитель. Далее мы переходим к нитке нижнего петлителя. Таким же образом закидываем ее за направитель. Далее через натяжитель протягиваем вниз и по цветным направителям с цветной маркировкой также продолжаем заправку до отверстия петлителя. Вот здесь, да, в этом месте можно чуть прокрутить вал на себя для того, чтобы высвободить нижний петлитель. После перемычки на корпусе можно сразу же конец ниточки завести в отверстие нижнего петлителя. И уже после этого движения воспользоваться помощником заправки. Вот таким вот образом можно закинуть ниточку и уже использовать сам механизм заправки для того, чтобы нитка оказалась во всех узлах. То есть два самых сложных элемента пройдены. Теперь остались игольные нити. Также продолжаем с левой иглы. Здесь работаем по схеме по направителям. Ниточка за скобу. И далее конец нитки закидываем в отверстие иголочки. Обратите внимание, все нитки выходят на платформу оверлока. Желательно, да, вот, направление от пользователя. И далее переходим к правой игле. Также через направитель под диск натяжителя по направляющей перемычкам на корпусе. И здесь также на скобу. И уже кончик этой нитки закидываем в отверстие правой иглы. Все. Сейчас все четыре нитки на поверхности. Закрываем крючком. Все натяжители сейчас у нас стоят в положении нормального натяжения. Это цифра 4 на каждом натяжителе. Одну секундочку. И сделаем тестовый шов после полноценной заправки с нуля. Опускаем на себя вал, сделаем несколько проворотов вала в рабочем режиме, чтобы шов начал формироваться, и начинаем шить. Также на корпусе есть отрезка на торце, и обратите внимание на получившийся шов.